Самаре приступили к строительству улицы 22-го подъезда. Работы начались сегодня. Напомню, что дорогу продлят от Московского шоссе до улицы Солнечной. Проект обновленной трассы опубликовал Департамент градостроительства Самары. Проектом предусмотрены по две полосы движения в каждую сторону, а к Московскому шоссе дорогу расширят до трехполосной. Парковочные места сделают на участке от Новосадовой до Московского шоссе, а для пешеходов предусмотрят островки безопасности. Сейчас территорию очищают для проведения работ. Редактор